Если проспект Шахтеров – это вкусная улица, и там пахнет хлебушком, то вот на улице Сизых пахнет говнецом. Мало того, вон там снежный городок стоит, а тут духан такой, амбре. Вот с этого колодца аж воняет говном. Вот здесь дети ходят в сад и покупают мороженое здесь. Здесь покупают мороженое, а там за ним сточная яма. Вот один детский садик. Вот второй детский садик. Между ними туда дальше школа. За этим садиком еще садик. А вот голуби сидят, и тут говнищем воняет. Тут детский сад. Голуби, говно, мороженое. Нормально.